23, this is Hitman 22, over. Вылечится сам инструктор. Оу, давай-ка Жека драпнем. Оу, что это было? Смотри. Это завод кровавый, который людей ест. У меня вообще, по-моему, эйс во все глючит. Стройка живет всех, убивает сама. Не, у меня сейчас у меня камера летает просто. У меня за красным показывает. Стройка видно глюка. А я вообще в этих у контейнеров сидел, что-то фигня, блин. Что вообще живой был? Ну, я бабочкой стал, прикиньте. Блять, нахуй. Кто убил меня? Сейчас за красными смотрю. А, вон чё, этот, как его называют, кран упал. Видимо, всех убил. Мы раньше до падения крана умерли. Ну, в принципе, это было ожидаемо, что они полгорода разрушат. С тремя бахами и 125-то. А что еще делать тут? Не в город же лезть. Но это странный глюк. У меня, похоже, спектатор не работает. Только у тебя. А, то есть это у всех? У меня изначально я загрузился в спектатор после старта. Не, у меня он вообще не работает. Я сейчас бабочкой летаю, как на ванили. Старт бабочкой появился и так и не зашел. Нет никаких проблем. Я думаю, отлично, что-то новое. Трассер вижу. Надо выдумывать что-то себе. Это здание уже разрушено. Зато это видео интересное получится об разрушении города. О, еще что-то рухнуло. О, самолетик, кажется, летит, судя по звуку. А, вон, пролетел, вижу. Меня вообще, кстати, слышно? Да, слышно. Кого-нибудь бомба убила? Ну, видимо, нет.
Самое интересное, что моя бабочка каркает. Черновольская. Просто изначально камера показала бабочку, когда я в ней стал. Но она сейчас каркает время от времени. ДМС, я умер почему-то. Твою мать, обе билизин. Чё за хуйня это? Почему я умер? Что это было? Классно. Очень классно. Просто лежал и умер. Это значит не я один такой. Да, у меня такое ощущение, что что-то большое рушится и поэтому подвесилось. Оу, куча я пыль, вижу, вижу дым. Сейчас посмотрю камерой. Саба, а вы где были? Я просто на одном месте умер возле магазина, умер, лежу, блин. Почему я умер, один остался живой? А, грузовик горит, оказывается. У нас никто не стрелял, ничего, мы, блядь, я взял и умер просто, ёпт. Что за хуйня, блядь? Это то же самое. Пизда, это вторая десятка таких пошла, которые просто умерли. Да, я тоже, кстати, просто помер, непонятно чего. Фу, у нас вообще летающий БДМ. Да. Прикольно, нижний брейк. Да. Тут это видишь. У меня просто сейчас БМП-2 крутится на башне. А, перевернулась, она взлетела метров на 5-6, перевернулась. Может быть, она реально перевернулась? А это не ладно. Да, да. Перевернулся и крутился на башне просто. Интересно, кто в экипаже? Вот очень интересно. Интересно, кто его за что расстреляет в экипаж? Командир расстрелял экипаж. За то, что перевернули? Ну вот они все вылезли, короче, из-за этого, из БМП-2. И командир застрелил член экипажа. Наверное, за то, что он перевернул. Ну, похоже, да, потому что они наехали на камень, и тут, ну, и после этого перевернулся в БМП. Ну, он не просто перевернулся, он залетел метров на 5-7 вверх, завис там, покрутился и потом упал на крышу. Это баг такой, если ты это заснял? Блин, кстати, надо было снимать. Я заснял. А, ну вот. Ну, выложи, обязательно интересно посмотреть. Тут вообще миссия какая-то, не знаю, тут полтергейсты какие-то, наверное. А сколько человек тоже сами? Да не знаю, что-то сегодня вообще все лагает. И TeamSpeak, и это, как его сам, сервер. С самого начала стартанул спектаторов, и судя по моим подсчетам, уже как минимум человек 15 сказали, что они умерли просто так, бежали и внезапно умерли. Да я даже не бежал, я лежал на втором этаже, крыл в стрелку. Автоматика легко манкадора. И просто умер, лежа, не двигаясь вообще. Ну я весь с девочкой разговаривал, я скинул себе. Пиздец. Сдается мне, что экипажи члены расстреляли не за дело. Слышишь, нет? Мос. Что? Что там на башне-то делал? Надо вот здесь смотрел. Не надо там сидеть так, когда пиздец палево. Кого-нибудь сейчас этой бомбы убило? Да, Джанис еще будет, никто не знает. Ну, если народ будет, то я 7-й рот поставлю. Понял. Со сменой. Синий за красный, красный за зеленых. Единственное, что 100% запускается. А кстати, кто-нибудь может помочь? Я пытаюсь клипы настроить, а почему-то теперь не настраивается, то есть... Ну, даже я там все делаю, профили меняю, а почему-то... У тебя клип включен? Сейчас я его выключу, но он не меняет последний. Ну, строки Ace сохраняются только если у тебя клипы включены. Ну, я знаю, смотри, я запускаю клипы,
там изменить ручные настройки, нажимаю, выбираю профиль, захожу в арму. Ну и все. Вхожу из армы. Жена жрала, да? А все из-под админа запускаешь? Нет, а я раньше нормально делал. Я не Windows, ничего сейчас не менял. Это семерка? Да, семерка. Попробуй просто на всех товарных под админа и то, и другое запускать. Иногда бывает, он не хочет. А я армачик в Steam запускаю. В Steam покажу и там запускаю. Блять, что за хуйня? О, тебя с самолета убили, казак. Ну что за хуйня, блядь? Такая же хуйня, блядь. Будешь 20-м человеком, который сам по себе просто умер. Эпидемия, тут эпидемия ходит. Ну сейчас самолет стрелял и казак сразу это. Ты всех самолет убил? Не, ну ты мне объясни, я в здании, блядь, сижу. Какого хуя, блядь? Какой самолет? Эпидемия. Это такая же фигня, тоже самолет. 20 умерло здесь просто. Пусть рубят миссию, ёпта, чё это только за хуйня, блядь? Это не игра, ёпта. БМП летают, людям рот. Да БМП это старый баг, блядь, бывает. Ну в чём прикол, я не понимаю. Да умер сам просто, ёпта. Я даже попаданий по зданию не слышал, просто. Так, блядь, я тоже так же умер, возле магазина стоял и откинулся, блядь. Смотрите, все, кто еще на этот борт будет заходить, там будет много народу умирать просто так. Особенно рядом с руинами кто будет находиться. Рядом с руинами, это известная вещь, но, блядь, в целом здании с какого-то неведомого хуя, ну, жопа, блядь. Я вообще рядом с забором сидел, и все. Ну, кто с тех стульев рядом сидел? Ничего не взрывалось рядом. Не арма, блин, беднище какой-то. Сколько не латай, все равно хуйня какая-нибудь. Блядь, еще один с ДМРК лежит, блядь, на высоте, блядь. Ночь судит так же, блядь. Шпали вот такое, блядь. Нахуй сейчас разлазим. Тоже надо, блядь, подумать, чуть ли не в самом безопасном здании во всем Черногорске, блядь, и умер, хуй знает чего. Заговор как. Я же тебе обещал что-нибудь страшное на этой миссии. Ты перестарался. Просто, блин, на ровном месте. Да. На самом деле это я тут бабочкой летаю. Покакал, в общем, в тебя попал и убил. Тебя Бог просто наказал, блин. Да, в лице ты играл в админа на бабочке. В церкви нельзя с оружием. В церкви нельзя с оружием находиться, Бог наказал. А я погиб благородно, я пытался это Редов спасти. Да, но я не благородный, я просто умер. Да, половина истории Спектратора начинается с того, что я пытался кого-то спасти. Да. Всегда так. Нет, сегодня здесь 80% начинается с того, почему я умер. Да. Кстати, казак, помнишь, что на Мейсе я пытался тебя спасти с острова, а ты меня прям это под бета подвел на вертушке. Я тебя в следующий раз сам собил. Неправда, я это вспомнил всего раз 50, обещал, что сотню. Гад ты. Здесь я тут представился, картина, думал, вот в магазине отбиваться, там отстреливаться, блядь. Пехоту мочить. Не говори. Я умер, блядь. Просто умер. Просто не знаю, блин, церкви, наверное, крепче нету здания, наверное. И как-то, блядь, я возле церкви магазина был. Да, я возле магазина был, я тут. В район церкви сушка тогда зашла, обстреляла. Да мам, блин, я не слышал, что попадание. А, еще, кстати, туда бомба падала. ФМС. И бомба падала, я смотрел, как она упала. Я просто сидел, вот включи сейчас вала. Да ты, да? Да я. У меня спектатор включит, я могу только бабочкой летать, казак.
Вот, я сидел там в вполне кошерном месте, в которое вообще так просто не попадешь, и вдруг хлоп. Хрень какая. Я также в магазине слышал. Ой, знаешь, я вообще тебе не буду рассказывать ничего. Блендер. Блендер. Мне вообще неожиданно хлоп и все. Блендер. Блендер, прикинь, какой у меня баг был. Во-первых, у меня, похоже, медицинская система не работала, потому что когда меня ранило, я был возле медика, у меня было действие лечиться в медике. То есть как на ваниле. Ну, правда, я не успел ее использовать, и я помер по неизвестной причине. Ну, неважно. Еще второй баг, у меня спектатора вообще нет. Я бабочка летаю. Ну, это уже глюк серпа. Ну да, очень похоже, что серпа, потому что у меня не было ни заметок, ни зоны фристайма, ничего не было вообще. Кстати, еще началось с того, то, что у нас из нашего отряда двух человек на брифинг автоматом не кидало. Пять киллеров, мы как сидели, говорят, выйти, Глачев уже заходили, то есть даже брифинг не стартовал на слотах. Блин, читером пахнет, читером пахнет. Кто? Сколько их там самого завода на западе? По церкви отработали. Все живы? Ты посмотри на эти вещи. Ты погибай, церковь сложилась, нет? Нет. Нет, целую абсолютно. Нет. Она вроде частично обрушена, сейчас подлетаю. Тоже обвалилась. Не, она сама, главное, целая, но при этом вокруг это разрушение. Внутри? А, ну она почернела все-таки, погрязнела как бы. Или по текстурам ползает, смотрите, по воздуху ходит. А я не вижу никого. Кто-то текстуре, кто-то это... По крайней мере, живы они. Тир там вообще шикарно прятался. Да я бы драпал от этого здания, было разрушено лучше. То ну, сейчас там начнет убивать опять. Ну вообще, честно говоря, такое ощущение, что дело не в миссии, а что-то сегодня это глючит то ли интернет у сервера, то ли что-то такое. Настроение плохое у сервера. Но Феникс вон. Ну что, и TeamSpeak глючит, и этот глючит. Поставь очень много народу пытались общаться из-за. Ну, кстати, там можно канала. Спрятаться в этих руинах и сидеть. Зато я так классно по городу на Хаммере катался. Потом пришла информация, что рядом нужен медик. Мы поехали и все там померли. Вывод, никогда не ходи никого спасать. Вообще, честно говоря, натолкнуло на мысль, что пора драпать. Когда, во-первых, сколько непонятной причине сознание потерял. Во-вторых, реды не отзывались. Такое ощущение было, что они уже все мертвы были. Одного Абдурахмана нашел возле контейнера. Если бы была Чернорусь Дезетовская, тогда да, пусть они хоть уштурмуются, а так... Ну да, если бы в каждое здание можно было зайти, тут было бы незабываемый бой. Я спектратор заглючил, паскуда. За одного человека надо смотреть, даже не знаю, сколько они тут. Ты, блядь! Хорошую вещь. Что это было? Ракет пролетел. Знаю, что он командир отряда, который застрелил своего подчиненного водителя. А, да, казак, история была интересна. Бэха, короче, перевернулась. И командир отряда застрелил мехвода. Расстрелял. Молодец. Там записали видео, как она перевернулась. Она взлетела метров на 7, покрутилась, упала на крышу. Ну, хули. Бабка ты что делает? То почему убивать надо, блядь, не стоит мне, наверное. Командир ебанутый просто.
Не знаю. Может быть, из командиров. У меня просто ник не отображается, но я могу смотреть только за него. Вот сейчас ты вот справа сверху нажми кнопка цели, там у тебя будет ник. У меня нет, у меня пустой список изначально сам. Если нажимаешь... Ну это глюк спектатора. Да, возможно, перезаход поможет, а так... Я раз 8-10 перезаходил, я вообще изначально стартанул со спектатором. Это мой слово был глючный, я только за спектатором мог стартовать. Вот, если сейчас нажимаешь Escape, то камера остается на месте и вообще будет даже так перестать работать. Не, вот говорю, такое ощущение, что у провайдера сервера проблемы, поэтому пакеты теряются, поэтому у некоторых серп глючит. Я стартовать пытался раз, наверное, 10. Перезапускал я одну, что угодно. У меня все равно с моего слота только на спектакле сразу за бабочку кидал, еще даже на призе. У меня было написано, что у меня... Сейчас у меня окошко тестом пустое, и я горячим фонарем даже могу подключить. У меня есть вот смена это со спины и вид от первого лица. Все, больше я ничего не могу как это поменять. Кстати, только за него. Скажите, пехота, очка, Хаммер кого-то он стреляет. Там воюет с крыши. Их ни хера что-то случилось. Тоже просто так умер? Да. О, здание рушится. А что случилось? Нифига не просто так. Обрушение здания. Ну, видимо, и у меня тоже кран упал, поэтому. Каким образом здание разрушился? Что, дошли и взорвали вот так? Сейчас сервак почистит. Скорее всего, здание с задержкой, блядь, рушится просто. Все. Ну, в общем, я... мысль есть, что такую миссию на такое количество слотов сыграть невозможно. Арма не позволяет. Так, арба не смогла. Десинхрон. Я очень большой. О, вроде живой. И как я умер? Здание рухнуло. Круто. Самолет мимо пролетел, значит уже живой, видимо. Вот стрельба где-то по очереди. В общем, жаль, миссия на самом деле интересная. Видимо, есть только один способ. Дать красным только это БТР 70-е. И пусть ходят пехоты и чистят. Без разрушения зданий. Конечно, так лучше. Вот нифига куда кедры забрались. И кедры? В лесу бегают. Пехота красных сегодня дойдет. О, где-то калаш. Ну, Марикс там что-то боится, ползает по крыше. О, кажись, вижу одного красного. По крайней мере, одного. О, Марикс, давай, долби его, блядь. А если сейчас заебись, там еще один ползет. О, еще одного вижу. Алекс, заебись, Алекс, трубу долбанул. О, одного убили, красного. Это, кстати, не это, не слезоточивый газ сейчас. Слезоточивый не был. Запад, наверное, один Алекс только держит. С крыши. Вон еще один Алекс выпал, сдолби его, блядь, Алекс.
Че это было? Я какой-то красной точки делал. Лазер, что ли? Это, блядь, огни, это зажигательные. О, опять... А, это ракеты отстреливает кто-то. Ай, слон бежит, блядь, ебаш его. Ебись, четвертого уже, ебну. Как легко, блядь, я расстрелял, а спишь, они его не замечают. Да, блин. Печально. Он идет, кто тут? С крыши убился. О, как удачно. А, граната. Еще одна граната. Ох. Может, похуй, хорош, у него ДПшки не такие дают. Или он не все еще ползет, наверное. Он, наверное, меня кидает в него. Прикольно заснял я. Под нос кинул, что ли? На, скачивай. Что только наверх не залазит, только наверх не залазит. Пиздец будет. Делает чудо. Кто тебе нужен? Anyway. Да, Универда. А вы кто вот этот в город сейчас вот зашли? Пехота российская. Какое отделение, в смысле? Че, никто не знает? Просто интересно. Ну, не знаю, я американец. У меня только от одного человека видно. Ну там только что кого-то убили. Но он, видимо, сразу вышел. Не-не-не, убили американец. Вон, еще одного сейчас убили только что. Которого поначалу так хорошо строим, бежали. Ну. Не знаю, я за каким-то командиром, который от них отстал, слежу, не могу переключаться. Вот, этот, который с экипажем танка бегает, точнее, ДНП. Что за... кидается задачивые, что ли, гранаты кидаются по стволке? Ну да. Что-то меня одного глючит на микс, если совсем микс посмотреть. Что-то с ногами не помню. Да-да-да. Бумер, бумер. У меня ноги вляют и на земле. О, еще одного. Я за скриншоты делал, я смешно вообще пиздец. Я уже скриншоты. Три трупа рядышком уже. Сдавайся, какой у тебя ник, только что померший красный. Тут сверху человек может подниматься на высоту и опускаться, блядь. Явно преимущество. Ты чё, этот из-под обломков-то выполз? Кто там был? Внизу до ползу. О, Алекс. Че, он за углом сидел? Блять, я просмотрел. Откуда тебя убил тебе? А, он вон с этого, с дома, с края высунулся туда. Блять. Обидно. Ну я убил хотя бы этого чувака. Алекс, ты меня на четверку убил. А где ты? Изи, как ты мог помереть? Да я не знаю, а, блин, это не резано. Двоих убил, еще какой-то там пулеметчик остался.
Сейчас еще какой-то выйдет, тоже его убил. Ну и он меня. Ага, значит это ты там троих положил. Хрен его снял. Я это заснял. О, магазин тоже разрушен у меня. На северо-западе города, да? Да, да, Беркут. И, значит, это еще и Беркуты были. Ну, вот это я высужил. Ай, блин. А главное, ни хера. Беркут-то тут есть? Скромничает, видимо. Горина, кто тебя отобрал? Грек. Блендера здесь нет. Да сиди, че? Кто тебя добрал? Смотри, че? Да как ты так? Не спрятался. Как так? Он прям по нам долбил. Смотри, он что со зданием стал, наконец, глянь. А Блендер, когда я умер, по вам уже никто, да, не стрелял. По нам нет. Ну, значит, уже косяк. Сука, ну че оно тормозит все на? А вы где были, слабо? Магазин западный. Короче, с юго-запад с города. По магазину Бэха стреляла долго и отчаянно. Нет, Бэха не стреляла, потому что была в такой зоне. А по нам работал этот самый долго и отчаянно самолет. Ну, такие самолеты Бэха я видел стреляли. Да, да, Бэха и выросла. Блендер, я все заснял. Краус-краус ходил с запада. Хотели бы так, ну, не знаю, жизнь. Стыло, парни! Чё горишь? Стыло, да, стыло. А, ну да. Тебя стыло убили, ты прав. Чё, Маха, катался? Там. Я Редов пошел спасать и там помер. Но они же говорили, что не надо их ехать спасать, они сами... А меня никто не убивал, меня, по-видимому, обрушающийся кран убил. Вместе со всеми Редами, с Коукой и Жекой. Ну, Лёш, я не знаю, какой там порядок был. О, пехота. Было в том, что они просили дать метку, куда подойти. А потом потому все пропали. Я нашел Абдурахмана, он сказал, что они все на стройке остались. Мы побежали к стройке. Они у контейнеров, ну, в смысле, он у контейнеров был рядом со стройкой. Потом, кстати, и Абдурахмана тоже убило. Вот этим вот краном. Кран-убийца? Кран уже сегодня больше всех прагов, по-моему. О, Бэха запалил кедр. Кто на Тове катался? Тов. Вроде у кедров был. На Тову был Жуков, а что? Что, стрелял кого-то? У них был один заряд, они попали в БМПИЗ. А только один снаряд был? Там. Круто. Мы ж синие. Я им поставил метку, они поняли. Нам отдают снаряд. Только один снаряд против трех Бэх. Там же Бэтра вроде еще было. Не, у него три БМП только. Ой, что это сейчас? Почему это? Ну, одна Бэха умудрилась перевернуться, так что... Уже минусовать ему? Зато как эпично перевернуться. И командир застрелил водителя, блядь. За то, что он перевернулся, блядь. Интересно, что это за командир, что за отряд? Он сейчас около памятника троих. Ну, шлёпок какой-то, понятно сразу. Он сейчас может смотреть. Что сказал шлёпок-то, парни? Я сказал, что? А почему шлёпок? Ну, потому что застрелил, потому что на камень наехал и
Я так на всякий предупреждаю вас, что вы сейчас находитесь не в игре, и оскорбление других игроков наказуемо. Поэтому выбирайте уважение. Если на вас будет жалоба, и это будет записано, то вы получите наказание. Ну вот. Кроме того, игровой админ здесь, так что... Тут и говорить ничего не надо, все это... Я очень рад, что все ясно. Ты скажи, командир, который застрелил твоего, он ушлепок. Ты так сказал, да? Я? Ну да, это твои слова. Ты что слышал? Ты что слышал, то слышал, да, мои слова, чё? Уважение тебе большое, что не откажешься от слов. Просто помимо того, что хорошо, что ты от них не откажешься, в следующий раз выбираю, хорошо? Ну ты там что записал, да, там доказательства, да? Ну или... вообще, во-первых, игровой админ здесь и все слышит. Во-вторых, я записываю еще и видео, так что я еще и все это записал. Ну конкретно. Да, круто тебе, молодец, что ты. Медаль тебе Тушина, учить надо. А то. Не, ну а чем ты недоволен? Ты то знаешь, сразу, я кажется, знаешь, что тебе надо вручить. Ладно, ребята, чего вы судите? Да я вообще недоволен, блядь, такими людьми, которые убивают людей без какой-то ерунды. Расстреливают, да что, нормально, что ли? Но он имел знаешь, право, он имел право за подчинение приказа. Я тоже имею свое право, не твое дело. По поводу его, блядь. Вот я просто сказал, что он парни, ушел. Парни, все просто. У вас есть ваш отряд. В вашем отряде вы можете делать что угодно. Что делается в других отрядах, вас не касается. Золотой слово. Но он все равно ушлепал. Но это лишь твое мнение, и все. Ну и мое мнение. Я же не говорю, что что-то другое. Другой момент, что если твое мнение, высказанное в общем чате либо в TeamSpeak, оскорбляет другого игрока, он может на тебя пожаловаться, ты будешь наказан. Я, во-первых, этого игрока не оскорблял, его здесь, по-моему, нет еще. А, то есть, если ты что-то спиной... Ну, оскорбление за спиной тоже является оскорблением. Ты говоришь сейчас в общем, тебя все слышат, так что... Это не оскорбление, это не мое личное. Слушайте, вы надоели сраться. Вы или смотрите спектакль, или выходите и бейте друг другу морду. Ну, я вообще не слышу, я просто скажу, что я одну фразу... Ну и все, значит, тогда замолчи и не продолжай этот разговор беспочвенно. Так это не я продолжаю, вот кто там... Ну, ты же сейчас пререкаешься. Будь лучше замолчи и не отвечай, все. Все, молчу. Блять. Твой же убил, а? Бывает. Что-то у меня последнее время одни пикфейлы. Я вчера выпустил в упор в противника целый магазин, промазал, он остановился и убил меня. А я, короче, приблизились уже к Черногорску, начал сматывать, начали тормоза, блин, реально. Думаю, укроюсь, сейчас уменьшу, короче, графику. Укрылся, блин, и обстреляли. То ли с хаммера, то ли еще что-то. Ромбик. Это у вас там пристрелили командир? Ну, командир убил водителя на хода. Я даже больше тебе скажу, это сделал командир стороны. Не, я просто изначально стартовал на этом, на спектакле, у меня слот битый был, и я не могу переключиться, только как раз за этим комом смотрел. Это я даже не могу нику, да, Солид это? Да, это Солид. А то я только за ним смотрел. Который сам сейчас начал. Выглядывает из-за угла. Да. С ним еще второй экипаж делает. Много он? Блин, что-то спектратор вообще начал влюблять. А вот админ, скажи, почему, вот не знаю, как вот говорят, что человек 15-20 как бы умерли сами. Вот. Я вот умер, зашел сюда. Лаги сервера. 15-20 это вряд ли, но бывает. А на самом деле поначалу просто сюда по 6 прошел. Я не знаю от чего, но у меня тоже погиб. Давайте посчитаем, сколько. Это не повышки, не типа. Это глюк армы, который очень часто бывает, когда рушат здание, убивают на порядочном расстоянии всех вокруг. А здание не рушилось у нас, я возле магазина был. У меня, например, казак пулеметчик бегал в этом же здании, и он остался. Об этом армии расскажите, что у вас здание не рушилось.
Но у меня пулеметчик потом на записи же также добежал до моего трупа, осмотрел его, на втором этаже он также находился. На самом деле очень много умерло человек, именно просто так. Особенно в начале, как начали сюда пачками залетать. Ну и наберется человек 20, наверное, если посчитать. Просто я здесь с самого начала и как бы видел, точнее слышал, как это все началось. Парни, а никого не было проблем со связью? Охренительно. Во время фриза. Ну, вообще. Изначально многие пытались играть, и находясь в общем канале, там ты меня слышишь, и там сидело тоже порядка 6-7 человек, причем разные периодически появлялись, там не могли зайти, как потом не знаю, я в спектакль ушел, и многие, может быть, там и остались. Нет, тут три варианта, либо все работает прямо сразу на фризе, либо в течение фриза еще 5 минут ни хрена не работает, либо, блядь, пол игры не работает. Вот это три основных варианта. Что за хрень? Скажу вам сразу, вот разведка, да, вот за красных, она вдалеке от основных сил была, и у нее и ДВ, и КВ, и прямая связь работала от меня. Ну, видимо, это что-то связано с большим количеством игроков в одном месте. Да, в одном месте, наверное, сосредоточение. Это небольшое количество, это, блин, честно говоря, новый плагин мне дошли. Блин, честно, отделение глухих. Вот. Я вообще просто в шоке. Что слышу, здесь не слышу. Там я видел кого-то. Вот кто-то половину что-то сказал, ты ничего не расслышишь. Вообще просто звезде. Ну я скажу, вот, да, вот первая миссия, которая там так и не началась. Со связью с ДВ, КВ там были, да, какие-то проблемы. Вот если по прямой речи общаться, очень хорошо всех слышно, как бы лучше просто. Меня не работало. Я всех слышал, меня не слышит. Я перезапустился раз 20, наверное. Ну не знаю, мне нормально были сведения, всех слышали друг друга. Все, я вообще просто. Никакой координации отряда. Я вообще ничего не мог. Я вот отдаю человеку приказ. Он куда-то двигается, я у него переспрашиваю через 5 секунд, он меня уже не слышит. Я уже начинаю орать. Ходит жена по квартире, заебал орать. Да, у нас тоже на первом миссии дед никого не слышал, половину его не слышит. Уже даже миссию зарубили, дед продолжал кричать, грузитесь в вертолет. Ух ты ж. В порту это обрушили. Чего не было? Красиво, понятно. Столько пыли. Просто. Жуков? Если кого-то не слышит, там плагин, тебе зайти в TeamSpeak. Перезагружали TeamSpeak. Я перезагружал. Кстати, по поводу не слышат, рекомендуется не TeamSpeak перезагружать, а плагин перезапускать. Да, да. Плагин чистый перезапускал, делает. Короче. Все. Обновить. Снимал галочку, ставил, все. Вот. 5 секунд слышит, 5 секунд не слышит. Голосом слышит рацию. У меня вообще изначально в игре даже кнопка А не работала. Рацию мне было эту КВшку не вызвать. Настроить даже на чистоту она не хотела вызываться просто. Хотя в инвентаре она есть. В лобби и зайти, и все будет работать. Я перезагрузился до третьего раза, у меня заработало, короче. Там правда стыл или нет, сказал? Я не знаю, Роб, я вообще не знаю. Как это? Я знаю то, что стыло, там снайпера были, а потом еще под мостом кто-то был. Я не знаю, свои были. Мостов, да. Это противники были? Ну, Зех и Зену, сейчас Мора туда плевает. Просто я говорю, типа, проверьте, господи, это свои снайпера. Снайпера вон с хаммером вообще на востоке. А сколько у нас самолетов за красным было? Один же, да? Там. Да, один. Сколько у него фубов было? Ну не фубов, как это. 4 фаба и плюс заряд пушки. Хаммер, блин, солит сейчас в одиночку себе сидит. Рановато мне снаряд выпустил. Кто-нибудь скажите, разведка синих там еще живая? Кто может нормальный спектатор смотреть?
не у всех, да, нормально? Конспиратор, по-моему, у всех. Заходишь, сейчас непонятно, на кого показывают, не переключится ничего. Эскейп нажмите, рожится, да, поэтому. Все, больше, что сделать. Один раз эскейп нажмите, и у вас появится... Нет, это не появляется. Нажимаешь эскейп, и вообще перестают подходить. Не-не-не, там, да, что-то списков целей вообще нету, как бы не вот можешь игроков один, переключить. Один, когда пустое окошко цели, один раз это нажмешь эскейп, и у тебя появляются... Во, это не всегда. Очень часто, вот у меня сейчас нажимаешь, у меня вообще даже так перестает работать. Просто камера остается на месте висеть, и все разбегаются. Да-да-да-да-да. Но у меня вот такая штука, что я убивает меня, я захожу в спектакль, у меня пустое окно цели. Один раз. Не, смотри, там вот когда ты, короче, тебя убиваешь, вот, ты первый раз, да, тебе все нормально, можешь переключаться. Если ты выйдешь там если в лобби, а потом перезайдешь, то у тебя как бы ты заходишь в лобби, тебе, короче, налево вот какого-то показывают, никого не видно и цели, и нажимаешь эскейп, тебя застреет, как бы, бит, и все. При перезаходе в лобби и снова в спектакль, да, такая проблема есть. То есть уже нормально не посмотришь. Да, ну потом что, не посмотреть ни баталии, ничего. Нет, как бы. Только вот сейчас сидеть и смотреть. Если выйдешь сейчас, плагин отключишь, тебя выкинет из игры. Другой канал выйдешь, тебя выкинет из игры. Можно вопрос? Вот у меня сейчас, я птичкой летаю, как мне переключить? Судя по звуку, был сейчас РПО пуск. Z нажми, приземлись на землю, Z. Кнопку. Еще раз Z, приземлиться и дальше. Z, держи ее, пока она не сядет на землю. Ну да, кстати, я тоже могу попробовать. Я сейчас бабочка. Он сел, дальше что? Ну, у тебя должно автоматом появиться, в принципе. Ничего не появляется. Да, у меня так же. Ну, короче, значит, здесь он просто глючный. Я гордая птица, орел, блин. Если ты попробуешь эскейп, если нажмешь, может быть, получится. Но эскейп просто менюшка, заново, возрождение, настройки, отцы установки. Ну, значит, не суждено. У меня только за одного человека, не могу переключаться. Ничего, я бабочкой летаю. А я все из газосвода там смотрю. О, он сам умер, бежал и умер. Офигенно вообще. Соли... Теперь у тебя, наверное, другого. А? Теперь тоже, у тебя, наверное, другого переключится. 20 или даже больше 20-ки, кто вот так вот умер, как ты. Да? Бежал. Просто так умер, да? Да. Это... А разведка синий куда пошла? На восток? Не, спектатор не работает. На запад? О, спектатор тоже здесь у процентов 50 не работает. Не, я еще раз говорю, у меня ощущение, что это проблема у провайдера сервера, потому что такие вот проблемы, которые больше характеризуют нестабильность интернета. Бабочка. Да. Ну это бы решило, конечно, бы размещение в этой центре. Я таких вот лично проблем не заметил, что-то вот. У меня с предыдущим вот... Глючила рация. Неправильно серп некоторых раздавал. Да нет. У меня глючила медицинская система и не работает спектатор. Когда чуваки начинают бегать на одном месте, такого-то не было. У меня было в начале вообще лаги серьезные. Мы отделением вот шли, да, вот сейчас нам Соли приказал, мы пошли маневровой, 4 человека, и у каждого они видят, ну они сами бегут и видят, что все остальные на месте бегут. Только перезаход в лобби, потом все нормально. Ну фиг знает, я прям с самого начала, типа я командирский состав, у меня все чуваки нормально бегали. Да, ну, черт его знает, глючило. Знаешь, оно может такое, знаешь, заходишь, там прорисовываются текстуры, там, или что-то там недоотправилось, какая-то потеря информации. Кстати, и может глючает. Быть, начались проблемы еще на этом, на... Но... Когда загрузились на брифинг, у меня даже... На прошлой миссии же точно так же было. Нет, меня даже на брифинг вообще не выкинуло. Потом не, я... просто бывает какая-то потеря, может, пакетов, из-за этого потом начинают бить. Да, у меня после брифа я загрузился на птичку. А кто командир вот этот, который бежал, бежал, и вдруг бах, и умер? Соли. Что с тобой случилось? Просто умер. Я тоже сегодня просто умер. Вот ты интересная хуйня вообще. Сердце не выдержало. Я в последние игры на СГ просто умираю. Не героически, никак, просто умираю. Да, я вот тоже регулярно в меня стреляют, а я просто умираю что-то.
по непонятным причинам. Почему я? Да, вообще именно почему они так метко стреляют, да? Вот вчера в чувака, блин, пол магазина выпустил, промазал, он остановился и убил меня. Вот как так можно? Вот не мог помереть, нажать возрождение там он. Вот. Я в него стрелял. Рывогнуться, да. Я уж хотел включить крик, сказать это, все, ты умер, стой на месте, дай в тебя попаду. Спокойно. Такой, с криками бах-бах-бах-бах. Не, у нас такое было, мы как-то этот, на Бамуте были за зеленых, тоже снайпер сидел в скалах, ну вот, высекли, короче, противника, уже раньше его, блин, со СВД блин. В упор стреляем, короче, ему вообще пофигу, я еще добавил, ему пофигу, а он двоих покрошил, шикарно. Кто сейчас с АК по нам по мне стрелял? Противник или он? С АК? Да ты с РПО был. Да. Да, я видел, как тебя так на дороге красиво упал. Тю, ну блин, АК могли понять кто угодно. Ну, зато по командовал. И правда, такой просто. Бардак. Я говорил команде смотреть скилл. Никто не смотрел. Сказал остальным, смотрите в тыл, замыкающим. Однажды не на мейсе я подобрал вражескую КВ и говорю. В общем, смотрите с тыла, сейчас наверняка зайдут. Специально сделал вид, что я свой, в общем, еще некоторое время с ним болтал, вышел, они все пялились назад. Толпой стоят и смотрят назад. Ну, я пару человек грохнул, потом меня убили, правда. А прикиньте, да, вот в армии третьей можно же переодеваться, такой, хоп, убил одного где-то психаристого. Нет, там не так уж и можно. Там только нет, разгрузку можно одеть, а одежду нельзя, она там, типа кровавая. Там только диверсанты могут приделать. А что за хрень? Какая разница? Даже диверсанты такие, о, пацаны, куда бежим? Бля, а, вообще невозможно было команду. Это называется баланс на туши. Ух, чувака подстрелили мне на глазах. Опа. Зато Львов он один, наверное, вот потом вообще. Блядь! Я там опять, зашел камикадзе, тебя тоже сняли? Да, я там накрошел в конце, пипец. А кто убил-то? А по-моему, наши стреляли. Нет, нет. А в подобрали, блин, противник подобрал оружие. Противник, да. Подлечу его, посмотрю. Ну, камикадзе, слышишь, красава, нифига себе. Я сейчас выйду, посмотрю, сколько там накрошил. Как я умер-то, блин? Кто ж тебя знает? Периодически тебя. В обморок упал и сдох. А у меня, кстати, тоже такой так сейчас было. Привычка. А меня тоже валил. Ну вот. Пипец. У нас две недели назад, когда играли вот первую карту сегодняшнюю, которая не запустилась на Подогорске, мы были на острове нашего отделения. Защищали узел связи. Двое человек синих подошло к замку и кинули гранату. Весь замок обрушился, и все, кто были на острове, все наше отделение, коль за 100, за 200 метров, за 300 метров, все умерли. Вот что это такое? Это вот была ядерная граната. Да, это ядерная граната. Вот здесь то же самое сейчас происходит. Я вам слышу. Же объяснили, что когда да, рушится здание, то оно силу взрыва как бы от себя увеличивает в разы. Но от одной гранаты здание не может разрушиться. Ну, значит, там было дымовухой граната, даже иногда а можно здание обрушить. Пакет. Не надо. Особенно вот эти вот, как их называют, навесы вот есть, которые часто повсюду встречаются. Если на него кинуть дымовуху, он может рухнуть. Ну, дымовые, да. О, у меня на ДПшки дымовые рушат здание. На БМП какой-то подбитый. Кстати, они что, начали все портово поступать, или как? Ой, нереально, блядь. Не, сколько у вас осталось там? Не, рация нормально работает, все отлично. Мне даже понравилось. Был, тебя как убили? А я не знаю. Пять зданий рушится. Бит со знания упал и умер. А ЕС тут есть в кедрах? Я тоже вот упал без сознания и умер. А, это потому что, наверное, ваше тело, ну, как бы, влага, как бы, на одном месте стояло, и кто-то в это время вас стрелял, но на самом деле вы в другом месте, извините за вот. Этого. Я, кстати, Руси, так да, одного вот убил, но... Похоже, на Чернорусе вот эти все баталии, мы когда играли как-то в Арбегин, самолет, по-моему, Харьер, да, там, Пиндосов, стройку завалил и задел, ну, газовые вот эти трубы все.
трубопровод. Вот. И они начали, короче, поочередно взрываться. И после того, как этих труб 20 было взорвано, сервер просто лег нахер. Неправда, он потом вложил. Ожил, да, когда уже, короче, все подумали, что все, тренда, короче, повыходили. Вот, и атакующая команда зашла, ну, очень, короче, тормозила. Вот именно за вот этих труб, взрывов. А летчиком был я. Ты был летчиком, негодяй? Вот какого ты сервер положил? А мне приказ КСа был это обрушить эту стройку, я не виноват. Да, я понял, прям по трубам. Мне приказали скинуть бомбу на стройку. Я чего виноват, что? КС в тот момент этот, да, атаковал с востока, я так понял. С М113, по-моему, там рядом они тусовались перед стройкой. У вас еще калоша там по дороге ехала, там что-то мины увидела, начала... Ну, я не знаю, где там кто что ехал, я на самолете был. Да. Да, на наших бойцов. Где тут Кентер лежал? А я не знаю, я первого смотрел. С дробаша завалил. Блин, ну что за нудный такой спектратор, блин, ну пипец. Я прицел от этого, от первого лица включил. У меня вообще только БМП показывает сгоревшую спектратор. Да, да, у меня то же самое. Не, а вот классный спектратор был вообще шикарен, но только отключить вот эту карту и все, просто великолепно будет. Выйдите в лобби, снова зайдите, воспряется. Да, нифига. Фига-фига, у меня такая штука не была. И как только в правом нижнем углу, только промелькнет карта, на нее клацать мышкой вообще. Вот. Если даже я вообще раз уж тык нажимаю и все работает. Если ничего не получится, потом нажимаешь в правом верхнем углу цель, и у тебя появляется на короткое время, можешь да, ну. У меня бывало так, что некоторое время смотришь, вроде все нормально, а потом раз сверху справа вот этот выбор слотов пропадает, и все. И нельзя не переключиться ни на кого больше. А у кого игра как скриншот был? Какой-то вообще слайдошел нах. Проблема что-то с сервером опять что-то что-то рушится. Опять красная цепочка. И стрельба вредотелась. Опять красная цепочка тоже. Слушайте, ну надо вторую игру отыграть, а то первая непонятно было. Первая что-то где-то глюкануло так же. Потому что в зоне было 20 человек. Как минимум. Два отделения должны были остаться на базе. Ну, тогда резерв. Хотя на Т1 все нормально, они, по-моему, играли. А что это за лев? Противник поступил в Черновышу, назывался. На первой миссии. На первой миссии, кстати, до завершения порядком времени. О, где что-то рушит, слышал. Ого, а что такое? На первой миссии все было нормально. Просто оборона вышла. Что это за гомосяк? Зона не выходила. Оборона не выходила. Я еще раз говорю, в зоне было больше 20 человек. Ай, блядь. Что это было? Это арма. Ну это здание значит... разрушилось, и ты даже за этим железным коробом все равно умер. Киллер. Да меня тоже сожрали эти баги, блядь. Так я вообще наверху на крыше. Да-да, я смотрел за тобой. Здание рядом разрушилось. Граната там или что, блин. Все здание купи погиб тоже. В радиус здесь попал. Красная, а у вас там в условностях ограничения времени не было написано? Нет. На этой миссии нет ограничения по времени. Ну ладно. Просто у меня и заметки не работали. А потом я поленился перезаходить. На сервер. А во время я не мог перезайти, на что у вас бы миссия стартовала.
Сколько мы до тем, кто стреляет, давай я могу, блин. Ну, Дэвил ускользнул, блядь. Капец, там Рад Дэвилу так повезло. Да, вообще, ну, непонятно, где он сидит, это в доме, что ли, блядь, что ли? Да, походу, на другой, втором этаже, наверное. Сейчас блин, один чувак кинул ручную вижу, гранату в другого, она взорвалась, блин, в 5 метрах и не убила ничего. А, всё, убила. Саньку убила, по-моему, да? Не, жив еще. Да, да, там её убила. А, убила. Билась? Там, короче, а нет, вот здесь толпа жива. Сюда, на втором этаже. Да, там, вон, видишь, на втором этаже сидим. Интересно было бы, если бы атакующая сторона всю пехоту под прикрытием БМП отправила по морю бы. Море-то в этом секторе. Причем побежал Дэвила перевязывать. Интересно, они взял бы РПГ, море да. бы на да, Урал заехали? Да, сейчас он лупанет разок и все. Переградится на этом. Причем он меня один раз ранил, я тебе бессмертный говорю, там он стреляет, ты пошел походу, да? Если бы вся вражеская сторона на Уралах нырнула в воду и погибла, и я бы, наверное, просто помер от смеха. Честное слово. Сейчас я буду посмотреть, сейчас поздравляю. Сейчас я буду шоу дали. Там палите, я не вижу. Ты сразу с РПГ завалил, блядь. Там помер, блядь. Оно стало сразу со СРПГ. Эти ебаные деревья повалили. Я с другой стороны сейчас закупаю. Насколько-то, ребята, сколько-то синих осталось? Меньше, чем красных. Я нашел на колгазе надпись «Работай по-коммунистически». Никогда раньше я не видел, честно говоря. Я сейчас без Дэвил, блин, тут мертвый коридор. Ушел. А, кстати, Виспарик, это похоже, где-то помещение я и положил. Ну да. Это валялся. Ну, Никс, как там, двоих положил. Охуеть. Я вот тут где-то фанмор стоит, он мой труп впереди. Короче, сожрали меня деревья эти армовские, блядь. Поваленные. А у вас как, нормально, не лагал, ничего? Я в поле бежал. У всех лагал. Непонятно, что. Потому что в Черногорске много этих объектов. Это нагрузка большая. А Черногорск вообще тормозит. Жутко просто сейчас такие фрезы, бля. Особенно самое когда там взрывы, все взрывается, здание рушится, блин. Это вообще жах. Не знаю, я уже привык на 20 FPS играть. Да 20 FPS это вообще мечта, не гони. У меня мозг прибавляет остальные 10, и мне нормально кажется. Я когда с наблюдателем с ЛЦУ сидел, я приближаю, мне FPS по 15 дергает, даже по 5. И, короче, вообще жопа. Я уже на минимум